итальянцы предложили ароматический ритуал. Итальянская косметическая компания Ascua di Parma представила новые средства для тела в линиях Arancia di Capri, Bergamotta di Calabria, Fizza di Amalfi, Mirta di Panarea и новой коллекции Cinnata di Liguria. Об этом ленте РУ сообщил представитель пресс-службы бренда. Среди новинок, развивающих концепцию ароматического ритуала, лосьон для тела, крем для рук и бальзам для губ. Увлажняющий лосьон микроэмульсия для тела в формате спрея содержит миндальное и оливковое масло и экстракт виноградной косточки с антиоксидантными свойствами. Крем для рук содержит масло ши и органовое масло, которые питают кожу, и экстракт лимона, который оказывает успокаивающее действие. Бальзам для губ с текстурой эмульсии обогащен маслом ши и витамином С, обеспечивает увлажняющее действие и предотвращает старение кожи. В январе 2018 года компания Ascua di Parma выпустила тревел-версию и косметическую линию мужского аромата бестселлера Salonia Pura. Аромат с нотами бергамота, апельсина, петитгрейна, кориандра, пачули, кедра, белого мускуса, абсолю жасмина, самбака и нарцисса предложен в версии для путешествий. Два флакона емкостью 30 мл каждый и чехол из натуральной кожи. В косметической линии Salonia Pura вышли дезодоранты в двух версиях спрея Stick. Ascua di Parma бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стала одеколон Salonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы уни, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.